Иванова Алиса, первый класс, автор Вероника Тушнова, стихотворение «Куку». Много нынче в памяти потухло, оживет бестелица, пустяк, девочкой потерянная кукла на железно скрещенных путях, над платформой пар от паровоза, низко в равнину уходя, теплый дышащий кусок береза, но никто не замечал дождя, эшелоны шли тогда к востоку, молча шли. Без света и воды, полной внезапно жестокой, горькой человеческой беды. Девочка кричала и просила, и рвалась на материнских рук. Показалась ей такой красивой и желанной эта кукла вдруг. Но никто не подал ей игрушки, и толпа к посадке торопясь, куклу затоптала у теплушки, в жидкую струящуюся грязь. Маленькая смерти не поверит, и разлуки не поймет она. Хоть такой крохотной потери дотянулась до нее война. Некуда от странной мысли деться. Это не игрушка, не пустяк. Это может быть обломок детства на железно скрещенных путях.